чтобы радовать тебе, Артур Эйсен, чтобы сблизиться с тобой, чтобы открыть тебе слово свое, которое ты взял бы и пошел к ним, амен, чтобы жил с ним, чтобы исходил по нему. О, ныне я на этом месте, каждая душа, ибо я привел тебя сюда, Армауда Фрейзен, я искал тебя на обочинах, я искал тебя в твоих комнатах потаенных, я видел тебя, когда ты склонялся, я стучал в твое сердце, когда ты молчал, я приходил к тебе, когда сердце твое было закрыто, и я раскрывал его, я тревожил его, я подходил нежной рукою, я обнимал тебя, и ныне ты на этом месте, я хочу говорить тебе, открывай сердце свое, ибо я хочу благословить тебя, я от начала тот же, и на этом месте изливается мой поток, огонь, который зажжется, он не потухнет, ибо этот огонь я зажег, Армауда Фрейзен, я туда подливаю свое масло, он будет гореть, и хотя ветры, и хотя камни, и хотя лютые звери, и хотя псы, Армауда Фрейзен, и есть, которые хотят заглушить огонь сей, но он будет гореть, потому что благодать Духа, она живет внутри твоего сердца, и я ныне тороплю тебя сюда, чтобы ты склонял сердце и смирял его, Армауда Фрейзен, и когда ты будешь смирять, народ мой, я буду хранить тебя в ладонях своих, ибо еще будут ветры сильные, и как ты туда устоишь, еще будут наводнения, еще будут и камни, еще будут и псы, и львы, вот как ты тогда устоишь, а я ныне хочу дать тебе силы, я ныне хочу тебя вразумить, чтобы ты оставил земную пыль, чтобы ты очистил удельцы свои, чтобы ты сбросил и покрыл наготу свою, и сказал, гради, Господи, я тебя жду, многие ли ждут меня, многие ли знают меня по имени, или знают меня, о, Рамейзен без имени, Рамейзен, то Сайзен, не как живот Бога, но как живущие на небесах, далеко, а я близко с тобой, народ мой, имени сердце твое, оно изнывает в печали, а я говорю, обозрись, услышь мой стук, нежный голос, Армауда Фрейзен, ибо я хочу подойти каждому сердцу, я хочу сказать им спасение, ибо многие упустили все руки, Армауда Фрейзен, а я подошел, как отец, я подошел, я обнял тебя, я приласкал тебя, ибо вот на земле здесь вы как сироты говорите, а я говорю, вспомни, кто твой отец, я создатель твой, что старший тебя в утробе матери, разве я забыл тебя, не забыл и не оставлю, и ныне говорю, повинуйся глазу моему, когда я говорю, иди по земле, повинуйся глазу моему, о, трепещи земля, многие колебаются в вере, многие забыли, Армауда Фрейзен, что такое благодать, Орфейзен Тубайнет, многие забыли, что такое действие Духа Святого, о, народ мой, знаешь ли ты, полноводие мое, вот выйди в это полноводие и плыви, ныне время плыть, ныне время плыть, не стоять на месте, и потому я опустил низко благодать свою, чтобы ты плыл, аллилуйя, прославь меня на этом месте, ибо я хочу вести ноги твои в живые воды, Армауда Фрейзен, путь длинный, и потому ныне в этих водах тебе нужно ободриться, в этих водах тебе нужно очиститься, и когда ты ободришься, очиститься, то вот плавание твое будет истинное, плавание твое будет свершение мое, плыви, народ мой, благодати моей, утешение получишь, Армауда Фрейзен, ибо будут большие замки, эти большие замки, они будут наложены на молитвенные дома, а как у вас твое сердце, народ мой, ныне не ожесточай, не говори, что время жестокое, время благодати, оно не прекратилось, и я хочу, чтобы ты соскал себе, Армауда Фрейзен, план действия по слову Господнему, и когда ты будешь идти по слову Господнему, видя знаки мои, рассуждая, смиряя себя, тогда знай, что будешь водим Духом Святым, вот как хочу, чтобы ты жил, водим Духом Святым, Армауда Фрейзен, люди
криком я не испугнусь, и боюсь упорные сердца, а я кричу, о, как сын, подойди, а я как отец, хочу отнять тебя и дать тебе наставление. Аминь. Аминь.